Всего в минувшем году региональное отделение ФСКН добилось запрета почти 300 новых видов наркотиков. А в этом году Оренбургский госнаркоконтроль впервые самостоятельно запретил новое психотропное вещество. Применением на деле антиспайсового закона послужил инцидент в Оренбургской области, когда школьница отравилась спайсом. Этот случай помог выявить новое психотропное вещество. Вообще, внимание к употреблению курительных смесей в нашей стране возросло после массовых отравлений в конце прошлого года. Тогда только по официальной статистике от спайса пострадали свыше 2000 человек, более 20 из них оренбуржцы. В начале февраля президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий запрет на обороты и пропаганду новых психоактивных веществ. Согласно документу, ФСКН получила право создать реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых в России запрещен.